меня запомнил, это очень приятно, спасибо. Слушай, а тебя Ира, да? Да, Ира. Да, я с перепугу вспомнила, что тебя зовут Андрей. Андрей, и я тебя с сейчас прокачу со своими зайчатками. На авто. Света, спасибо большое. Зайчатки, бомбим, а мы едем с Артемом на трактор. Спасибо, ребята, спасибо. На деревенском трактор едем с ним, на поле пахать. Едем пахать. Ко мне я тебя покатаю. Ух, бомбит, реггетон обид, бомбит. Спасибо, девочка. Ко мне я с тобой погоняю. Ритулька, спасибо огромное за поддержку. Рита, спасибо большое, спасибо огромное. Девчонки, девочки, так мощно поддерживайте, вы звездочки, спасибо вам. Какая была красивая ничья тот батл, предыдущий, какая была ничья. Рита, такое было, ты представляешь, я только сказала Андрею, редко, когда бывает вот так, да, Андрей, подержи вот так. О, подожди, Андрей, подержи, держи, мой друг, держи, сейчас будет. О, у тебя кулаки-то побольше будут. Сейчас будет побольше, помощнее. Ребятки, ребятки, мы сила, зайчатки стучим по барабану, стучим. Так, мы тебя любим, спасибо, моя хорошая, очень приятно такое читать, спасибо за поддержку, девочки, спасибо. Молодцы, спасибо. Давайте, может быть, мы снова выиграем эту красотку, ну давайте подожмем, потапаем. Мы маленечко посоревнуемся. Маленечко Андрея, маленечко мы его вот так вот. Маленечко вот так вот, да, меня? Бац, бац, вот так вот. Бац. Я держу удар. Опа. Как это правильно? Держу позицию, да? Как это правильно? Да, я держу позицию. Опа, все. Давай в сторону, Андрей, в сторону. Бац. Оп. Держу позицию. Опа! Я держу удар. Так, позитивная женщина, да, она просто чудесная, я обожаю вообще. Обожаю, когда она ко мне заходит. Извини, что я тебя вчера не смог принять, я очень скучал. Андрей, расскажи, сделай мне, пожалуйста, комплимент. Я позитивная, красивая, квашонка, квашоночная женщина. Какая я еще, Андрей? Ты просто великолепная. Ты просто шикарная, я тащусь. От твоего венка он такой женственный, такой просто весенний. Спасибо. Хоть уже почти осень на дворе, но просто я смотрю на тебя и знаешь, вот прям бабочки в животе поют. Короче, ну, заряжаешь мне реально, просто пушка в бок. Надо перевоплотиться в боксершу. Срочно одевать капюшон, подожди. Вот так, да-да-да-да-да-да-да, мощь. О,